Как научить собаку плавать? Вот по таким местам с детства водил белобрысого Шрека. И он за мной и научился плавать. Я пешком тут, понятное дело, хожу. Ну, воды, надо сказать, Шрек не боялся никогда. Даже зимой умудрялся, пока маленький был, туда залезть. Вот так постепенно он плавать и научился. Ну, а Боню, когда взяли, она, честно сказать, к воде была равнодушна. А сейчас подпривыкла, и тоже бывают у нее такие... Бывают такие, короче, кадры против течения. Станет и стоит в воде. Да? Про вас рассказываю. А то подписчик спросил, как научить плавать. Мелкие места, даже лужи. Ну, там даже не главное, чтобы они научились плавать. Главное, чтобы они воды не боялись. А плавать это, я думаю, у них в крови. Сейчас покажу чуть поглубже местечко. Тут у нас змеи бывают, поэтому надо осторожно. И вот чуть поглубже сейчас место будет. Ну, они и в речке со мной плавают. Они теперь уже, как бы сказать, куда я, туда и они. Тут абы не звездануться. Не сильно это все. А вода, кстати, прибывает. А посередине отмель. Вот они сейчас, черная идет. Вот такое место самое хорошее, чтобы научиться плавать на один. Оно узкое, собака не утонет. На один берег переходишь, и просто можно ее подманивать, звать. Она раз переплывет, другой, третий, а потом уже бояться не будет. Да, Шрек? Ну, Шрек не боится. Он бывает в воду садится и сидит, ну, как в ванной, типа. Единственное, вот не любит, когда со шланги водой поливать. Но это, я думаю, почему-то любые собаки не очень хорошо к этому относятся. Теперь и я буду выходить. Вода чуть-чуть подбавила, брюки замочил. Подкатил. Ну, тут было, в общем, с утра чуть-чуть ниже колена, а сейчас выше. В общем, надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Ну и спрашивайте еще что-нибудь.